Здравствуйте, друзья! В сегодняшнем видеоролике мы с вами поговорим про наш новый советник Рожновский.ру. Советник, который способен зарабатывать до 300% в год, работать на любых валютных парах. Их список просто невероятно огромен. Советник, который анализирует крупного участника рынка и позволяет вам зарабатывать, вообще не анализируя, даже не находясь у компьютера, собственно, дома. Да? Освобождает кучу вашего времени. Но об этом чуть-чуть попозже. Как всегда, перед тем, как давать вам что-то полезное, познавательное, образовательное, я в любом случае в обязательном порядке показываю свою торговлю в реальном времени, объясняю, почему зашел, что сделаю, даю некоторые рекомендации вам по торгам на сегодня. Итак, поехали. На текущий момент прибыль моя составляет почти 40 пунктов, собственно говоря, за день. Вошел я от внутридневного уровня РС 1.1548. Здесь у меня сделочка должна была быть чуть пораньше, но я вчера всю ночь писал инструкцию к советнику, поэтому, честно говоря, проспал. Вот. Ну, пропустил тут буквально 5 пунктов, так что ничего страшного. Уже сделка переведена в без убыток, потому что у нас цена закрепилась над уровнем внутридневным 1.1578. Сейчас она подошла к следующему внутридневному РСу 1.1596. И сейчас вот здесь вот нужно будет смотреть на реакцию. Если будут какие-то разворотные паттерны у меня, то, скорее всего, эту позицию я буду фиксировать и, возможно, искать какие-то точки перезахода. Тенденция в любом случае сохраняет быть бычьей, поэтому, в принципе, я бы хотел за сегодняшний день дождаться цели 1.1655. Это уже глобальный РС. И, собственно говоря, он действительно имеет под собой довольно большой актив, поэтому по этому уровню я, скорее всего, буду закрывать. При этом у меня получится прибыль около 100 пунктов. И, собственно, если до вечера сделку эту буду держать, то обязательно сегодня еще планирую записать обучающий ролик какой-нибудь. И, собственно, рассмотрим эту сделку в дальнейшем. На текущий момент прибыль у меня составляет около 3% к депозиту, что очень-очень неплохо, с учетом того, что сегодня еще половина дня, и еще есть где-то несколько часов для того, чтобы эта сделка отрабатывала дальше. Все. Если вы хотите использовать советник у себя на счете, не хотите торговать вручную, я уже говорил, конечно, что советник — это не замена ручной торговли, вручную вы видите на моих примерах, что зарабатывать можно намного больше, но если у вас нет времени, либо вы просто ленитесь, вам это вообще не интересно, вы просто хотите получать дивиденды, то особенным вниманием смотрим продолжение этого ролика. Все, всем спасибо за внимание, жми большой палец вверх, пиши комментарий, подписывайся на мой канал. Приятного просмотра! Здравствуйте, друзья! В сегодняшнем ролике я постараюсь за 5 минут объяснить вам и рассказать, что же такое советник Рожновский.ру. Я постараюсь сделать это видео в формате, потому что понимаю, что первая половина людей, которые захотят приобрести этот советник, это просто лентяи, которые не хотят самостоятельно анализировать и торговать. Ничего страшного, это нормально, я тоже немного лентяй. И, собственно, вторая половина – это просто люди, у которых нет времени на торговлю. Они могут пройти обучение, могут взять аналитическую систему, но у них не будет времени, чтобы открывать позиции, тогда зачем тратить деньги, спрашивается, да? Поэтому для этих двух типов людей мы создали советник Рожновский.ру, о котором я хочу сказать сразу же вот что. Ни одна автоматическая система никогда не будет прибыльнее, чем если вы будете торговать вручную. Поэтому если у вас есть время торговать в активное время рынка, не тратьте свое время и деньги на советник. Потратьте свое время и деньги на прохождение обучения, либо на аналитическую систему. Будет больше сделок, будет больше прибыли, это 100%. Когда мы разрабатываем советник, мы берем, грубо говоря, среднесглаженный показатель любой торговой системы. Мы не можем взять сразу все алгоритмы, потому что мы просто не сможем протестировать советник. А как вы знаете, я всегда пытаюсь давать для вас только интересные и проверенные инструменты. А проверенный инструмент, в моем понимании, это инструмент, который проверен за все последние десятилетия. Я не буду говорить о том, что почему другие люди этого не делают, хотя это время занимает всего лишь 10 минут, да? Но, думаю, все мы об этом догадываемся. Я всегда все свои разработки тестирую за все последние десятилетия, и если за это все десятилетие они ни разу не потеряли свой депозит и заработали при этом денег, только в этом случае этот инструмент попадает на сайт, и, собственно, им можешь пользоваться ты. Но сразу же хочу заметить, что может ли слить этот советник? Несомненно, да. Как и любые другие миллионы роботов и другие миллионы торговых систем. На рынке нету гарантии, я хочу, чтобы ты сразу понимал, что ты всегда будешь рисковать, даже с этим роботом. Если ты с этим не согласен, я советую сразу же отказаться от покупки этого советника и забыть про него раз и навсегда. Следующий момент, который я хочу, чтобы ты сразу же обратил внимание. На протяжении всех этих лет, которые мы тестировали этот робот, он показал доходность до 300% в год. Это больше, чем в банках, это больше, чем в инвестициях в стартап, недвижимость, в различные паевые инвестиционные фонды и прочие инвестпродукты, которые ты вообще можешь найти. При том, что он максимально надежен, так же, как и эти продукты. По одной простой причине. Он протестирован с 2010 года. Попроси у любого автора и продавана советников, тебя пошлют куда подальше, если ты попросишь показать вот этот тест. По одной простой причине.
Этот тест чаще всего не показывается, потому что больше чем 99, блин, процентов роботов просто не способны преодолеть. Рынок меняется, робот не адаптируется. Данный советник полностью адаптируется к рынку. Я хочу немножко слов уделить тому, как он работает, некий алгоритм его работы. Алгоритм довольно простой, так как мы не смогли засунуть туда все алгоритмы, которые я использую в ручном трейдинге, которые мы используем в аналитических системах, да, просто мы не смогли его протестировать, уже говорю об этом. Поэтому нужно было найти какой-то простейший метод, но эффективный. И этот эффективный метод был найден. Мы просто решили заставить его определять тенденцию, находить позиции крупного участника рынка и торговать вместе с ним. Да, к сожалению, в него нельзя уже добавить какие-то уровни и паттерны, поэтому входы могут периодически где-то ошибаться. Именно с этой целью мы добавили дополнение, то есть увеличение лота на последующих сделках добавочных, которые будут выводить его из просадки. То есть что происходит? У нас есть некая область консолидации, в которой он определяет, куда же здесь направлен крупный участник рынка. Если у нас где-то здесь появились контрообъемы, да, которые поглощают крупный участник рынка, либо у него не хватило объема пробить какой-то уровень, что происходит? Цена начинает падать. Дальше, по каждой новой области консолидации советник начинает определять, где у нас бычья тенденция. Если здесь была тенденция медвежья, то здесь не было бы открыто сделки. И вот здесь, если у нас появилась уже бычья тенденция, советник открывает дополнительную вторую сделку с повышенным лотом, да, и где-то на середине пути он закрывается в ноль. Большая часть сделок закрывается без попыток усреднения, без попыток дополнительных сделок, то есть сразу же, просто по той простой причине, что большую часть времени крупный участник рынка не ошибается. Поэтому, определив направление объема в канале консолидации, советник четко открывает сделку и получает свою прибыль. Ребят, я сразу же хочу сказать, что вы в любом случае заработаете больше на ручной торговле. Лучше пройти обучение, лучше взять аналитическую систему. Но если у вас нет времени или вы просто ленитесь, то лучшее для вас решение – это этот советник. И именно поэтому этот советник выпущен на нашем портале. Всем желаю успешного заработка. Арендуйте советник, устанавливайте свой терминал и просто получайте дивиденды. Спасибо за внимание. Пока.